Лего-покупки из Бриклинка. Отлично упакована. Боевая станция Nexa Knights. Красивая коробка, интересное наполнение, карточки с героями, пластина приклеена, наклейка с Мерлоком. Редкая Nexa сила встречается только в двух наборах. Двухсторонняя карта Nexa Королевства. Также заказал серийную мини-фигурку Эммета с уникальным телефоном и прической. Апокалиптический Бенни. Довольно редкая Мэйси, Аарон. Королевский рыцарь и злодей Фред с очень красивыми принтами. Редкий армор пот с уникальной фигуркой Клея. Интересный космощит, очень жаль, что это всего лишь наклейка. Sweet Mayhem или генерал Катавасия. Именно такая конфигурация фигурки встречается только в одном наборе. Очень красивая деталь волос. И Бенни для коллекции, собирать я его пока что не буду. Бенни, по-моему, очень идет красное стекло. Вот такая закупка. Думаю, что-то из этого мы позже увидим на канале.